Конец второго периода. 5 минут играть все. Ой, почти. Даже 6 минут, точнее, Амуру играть. Амур может даже за это время не одну шайбу забросить, а может даже хоть сколько. Все равно его кому Сибири не было. Ну. Пасик. Да он, блядь, бросает. Бросок. И все броски кривые, блядь. Сибир выбросил шайбу в итоге. Сибирь отбивается, молодцы. Амура надо сравнивать. Если они не забьют, это все может решающий стать момент и жопа для них. Но реализовывать. Ну, бросок! Ну, давайте, шайбу вот Ареус антилевый. Поймал шайбу четко. Сибирь просто выбрасывает. Ну, Амур, как так можно не играть хуёво в большинстве? Пас. Какие-то кривые броски, ну. Ну, быстрее бросок. Еще добивание нету. Сибирь отбивается. И выбрасывает шайбу. Ну. 7 секунд остается. Все, не, уже нету времени. Сибирь отбивается. Выставила в первом периоде. 0-1 да, после двух периодов по-прежнему Сибирь ведет. У меня отрыжка тут. А может, надо забрасывать. Забросят, могут и просрать так. Вот лимонадик купил. Вот из-за него. Все, на этом видео заканчиваю. Там еще снег, сука, пойдет. Задолбал, блядь. Поганая погода. Даже могу показать. Вот. Мечет и мечет, блядь. Приспичило пойти, блядь. Нашел время этот снег идти, блядь. Вот, например, не мог пойти, когда хоккея не было. Пошел именно сегодня, блядь. Специально, блядь. Дебильная погода. Мужик какой-то идет тут. Все, на этом видео стоп заканчиваю.